Что, на ваш взгляд, в качестве приданого должна принести с собой невеста? Ну, по моему мнению, мне кажется, из приданого все самое необходимое для, на первое время для невесты, потому что не все, что мы туда набираем огромными чемоданами, нам в итоге пригодится, а это большие растраты для наших родителей. Просто самое необходимое на первое время. А что считаете излишним? Ну, первая необходимость как бы одежда, да, первое, на первое время. А туда дальше уже как бы семья мужа все равно подарит и купит все, что нужно этой невесте. А сколько чемоданов должно быть у невестки? Ну, вот 5 чемоданов, мне кажется, самое то нормально. Больше ни к чему. А что бы вы хотели получить от своей невестки? От своей невестки в подарок ничего. Если честно, ничего не хотела бы, но хотелось бы, чтобы она к нам пришла с большим иманом, чтобы было хорошее отношение к моим родителям, к моей семье. Ну, мне кажется, больше и не нужно. Категорически против этого. Не сочиться. Что в первую очередь нужно купить? Купить с собой? Да. Ну, необходимое на первую помощь, я думаю. Что будете дарить своей будущей свекрови? Ни кольца, ни букет. Ничего. Я вообще бы... Я категорически против этого. Это я вообще не понимаю. А сколько чемоданов должно быть у невестки? Максимум. Что бы вы хотели получить от невестки? Как раз у меня недавно было такое событие в жизни. 20 числа женился мой сын. Я придерживаюсь старых традиций. Вот, например, сегодня у меня букет. Мне невестка принесла и букет, и кольцо было там. Но я не хотела, например, получить букет в тот день. Сегодня у меня день рождения, другой случай. Я рада его сегодня получить. Ну вот как-то придерживаюсь тех старых традиций. Все такое мне больше нравится. Даже мне нравится, когда невеста выходила раньше тихо, незаметно из дома, когда она выходила, а не как сейчас устраивают такие пышные события, торжества, события и вот праздники. Такое мне не нравится. А чем дороже подарок принесет невестка, тем больше будете любить или наоборот? Ну как же я могу ее больше любить, если мне вообще эти подарки не нравятся, ни дорогие, ни дешевые. А что считаете излишним? Излишним? Даже все, даже это кольцо, которое у нас уже стало традицией, все я считаю лишнее. Потому что для семьи невесты это не всегда проходит легко. Нагрузка большая, я считаю. А что, на ваш взгляд, невестка должна привезти с собой в качестве приданого? Только свою одежду. И то всего несколько платьев, потому что она уже становится женщиной, это скоро становится ей ненужным, и там только потрачены деньги родителей. Что, на ваш взгляд, в качестве приданого должна привезти с собой невестка? Я считаю, что невестка не должна приносить никаких подарков в дом. Самое главное, чтобы она была воспитана, чтобы она была из хорошей семьи, хорошо образована и уважала нас. А чем дороже подарок принесет невестка, тем больше вы будете ее любить? Нет никакой зависимости между величиной подарка и тем, буду я ее любить или нет. Я считаю, что это бессмысленная трата денег, и в этом нет никакой необходимости. Что считаете излишним? Излишним я считаю, вот я иногда вижу, люди дарят шубы, короны и тому подобное. Это все надо исключить. Это некрасиво и даже, мне кажется, вульгарно. У меня жена, сын старший, и мы договорились, что никаких подарков делать не буду. Это настолько удобно и хорошо. Самое главное, чтобы была хорошая, надежная семья, и чтобы она в нашу семью принесла добро и счастье. Что, на ваш взгляд, в качестве приданого должна принести с собой невестка? Одежду, обувь, книги. Вот. Ну и все. Что в первую очередь нужно купить? В первую очередь? Книги, наверное. Как жить счастливо? Как быть счастливым замужем? Что вы будете дарить своей будущей свекрови? Я? Наверное, колечко. Такое скромно. А сколько чемоданов должно быть у невестки? Должно быть. Ну, пусть будет 5. Вот.
нормально. Что считаете? Естественно, это лишнее, типа, выделиться из вот этой толпы, но у каждого свои вкусы, как бы, все. Но это не является нашей традицией, как-то это не очень красиво выглядело со стороны. Чем дороже подарок принесет невестка, тем больше будете ее любить и наоборот? Нет, я на ее приданное внимание не буду обращать, потому что сам человек должен быть подарком для заловки, то есть для свекрови и для семьи. Сама она должна быть подарком большим. Это уже лишнее. Что, на ваш взгляд, в качестве приданого должна принести с собой невестка? Мне кажется, что в первую очередь самое нужное – это домашние вещи, домашние платья, футболки. Это то, что мне лично было в первую очередь необходимо. Вот. Что вы подарили своей свекрови? Золотое колечко. Вот. И заловкам тоже золотые колечки. А что считаете излишним? Скорее всего, наблюдали в последнее время? Про подарки сейчас речь. Мне кажется, шубу дарить, огромные букеты. Мне кажется, лучше по классике. Золотое кольцо и все. Типа без лишнего. Вот, мне так кажется. Что в первую очередь нужно купить? В первую очередь нужно купить, ну, собственно говоря, все, что мы будем собирать в чемоданы, в приданное. А потом уже подарки и все остальное. Что вы будете дарить своей будущей свекрови? Себя.